Всем привет, с вами Карабаш74 и мой друг и приятель Дмитрий. Да, всем привет, мы сейчас будем заканчивать серию Спинтайрс на равнинах. Побережье. Ну, в общем, все, поехали. Нам осталось загрузить одну пилораму. Как вы помните, в прошлой серии Женя доехал до гаража. Да, поставил вот эту штуковину здоровенную. Тут нам присоединился человек. Но он, в принципе, нам не будет мешать, я думаю. Ты умеешь там с этим огромным загружаться, да? Да-да, конечно. Там задом загоняешь, что ли, первым? Ну. Да я уж столько раз загружался. Кого я учу, да? Что? Я говорю, кого я учу, в принципе? Нет, ну раньше у меня целая проблема была, чтобы загрузить эту штуковину. Вообще длинную. Сейчас-то как бы уже нету, потому что я уже знаю, где и в какой точке ее надо ставить, чтобы нормально как бы сразу загрузился и поехал. Не, ну бывают, конечно, тоже такие моменты, что по 10-20 минут тыкаешься там. Сейчас, подожди, я выйду. Давай, давай. Ты там хочешь развернуться, да? На пилораме? Да, да, развернусь там по-быстрому сейчас. Давай, там камни сядешь. Вот я об этом и говорил. Я в прошлый раз так выезжал и засел там, вообще жесть. Блин, вот эта вот подвеска такая, конечно, воняет, очень классно сделано. График, вот этот вот движок, хавок. Просто. Очень здорово. Блин, в принципе, трудно как бы на этой машине, на этом маленьком лесоповале. А здесь еще приходится этот удлиненный распуск. Распускать. Распускать, да. Ну, я понял. Загрузился, да? Да, конечно. Даже услышал. Как раз утро начинается светать. Да. Действительно. Так, а где поедем-то в этот раз? Там через озеро, я думаю. Через озеро? Ну, да. Ты думаешь, ты там сможешь проехать? А что это я там не смогу? Ну, проехать! Я тебе сейчас об этом только что говорил. То есть тут сейчас до такой степени дорога просто разбита. Блин, да я на камне. Ты меня перевернёт? Да, да, да. Но море... Короче, ушел от нас человечек. Ну, в принципе, хорошо. Так, не дотягивайся, сейчас поближе подъеду. Угу.
Ой. Удачи. О-о-о, отлично. Езжайте, загружайтесь. Ты на этих бревнах своими перевернись. Я их не вижу. Ну тут и дорога. Так раздолбили. Ну. В одной из прошлых серий мы говорили про это, что проехать буквально раза два-три по одному и тому же. Одному и тому же месту, и все. Дорога просто в хлам превращается. Ты там переедешь через озеро и меня подожди. Давай, давай, хорошо. Вот я уже в принципе загрузился. Да я тебя здесь подожду. Ничего себе туман какой. Ну да, когда светает, как раз вот так вот начинается туман. Потом все это, конечно, обсеивается. Ну, я думаю, как раз днем-то мы подъедем, часам к 13, может. Скриншотик. Что там? Красивые места. Ты едешь? Еду. Не вижу. Главное опять не переверни. Так. О, отлично. Что там, хоккей? Это, да, все хоккей. Все хоккей. Отлично. Поехали. Что там? Нет, ничего. Я с пониженной хотел на это, на повышенную. Ну тут просто разгоняться негде. Нет. Так-то бы разогнаться, конечно, но разгоняться тут негде. И сейчас получается, что он копает просто. Гонщик. Ты едешь? Ползу медленнее, чем черепах. Застрял? Да нет, не застрял. При движении плыву. Ну, засел же немного. Засел, да. Не-не-не, ты едь, Джей. Так я сейчас. Главное, чтобы ты не засел. Да, я не засяду на этой чудо автомобиле не засесть. Что-то я тебя подцепить не могу, остановись. Я у тебя вообще не вижу ни одной этой. И я у тебя не вижу. Да. Здорово. Наверное, когда в воде находишься, нельзя этого. Блин, отлично, я остановился. Сейчас сел. Почему нету цеплялок? Ничего не пойму. Во! Теперь появились. Вот что надо было сделать. Надо было просто долбануть машину. Да, как со всей техникой. Угу. Не работает телефон. Взял, долбанул.
Работал. О, отлично, Женя, спасибо тебе огромное. Всегда пожалуйста. Что ты делаешь? Чё? Лебёдку отцепи. А чё такое? Цепить. Да ничего, меня просто трясло. Какие-то глюки, наверное, игровые. Ну конечно, багов. Ой, на повышенную встал. Зря ты там поехал. Не толкни, только меня, Женя. Давай, давай, давай. Еще. У меня просто колеса висят. Висят, ну. Едешь? Да, акшона. Прекрасно. Жесть вообще. Угу. А через лес собрался? Кто? Ты кто? Через мост. Какой мост? Ну, а, мост, ну... бетонный-то мостик. Да? Короче, давай. Нет, можно, конечно, через лес, но я сомневаюсь, что что-то получится у тебя. Там засесть просто нечего делать. Не, ну просто ты так завернул. Ты куда? Куда, на фигуру? В другую сторону. Нет, я всегда здесь езжу. Поехали за мной. Ну тогда ты там поедешь, а я поеду здесь. Посмотрим, кто вперед приедет. Окей. Давай попробуем. Тут просто вот, ты знаешь, там же рядом. Там через лес можно проехать, да, я знаю этот путь. Там рядом с этой заправкой поворот направо. Вот, и вон там проезжаешь. Почему все. Поворот направо? Ты прямо едешь возле гаража. Там есть еще направо поворот, где вот эта вот большая эта лужа. Ну а ты вообще зачем в ту сторону поедешь? Там пилорама. Ну, в общем, ладно, ладно. Ну да. Ты, получается, в правый угол карты уедешь-то. Нет. Верхний, правый. А нам надо нижний, правый. Всегда тут есть. Да? Да. Ну, возможно, спорить не буду. Чья-то деляночка. Кто-то себе дрова приготовил. Я тут, короче, лежу на боку, но с грузом. У тебя стрелы-то нету? Нет. А, нет, ты же с кузовом. Двигатель заведен хоть? Да, он заведен, и груз в этом кузове. Меняешь.
Конечно, блин, гнал как сумасшедший на один плюс. Поспешил. Поспешил дядь Женю выиграть. Чего, чего? Поспешил, говорю, меня выиграть. Меня невозможно выиграть. Вот ты уже почти подъехал. Кто? Ты. Ну да. И чё? Ничего, потом поедешь вместе. Хорошо. А ты далеко отсюда валяешься? Нет. Даже по карте посмотришь? Нет, я не буду карту открывать. Ну сейчас ты нет. Ну ты на этой, вот, через лес, которая дорожка идет. Не по которой ты сейчас едешь? Вот ты сейчас на пилораму заворачиваешь. Ну. А здесь вот есть в горку дорога. Все-таки я победил. Вот сейчас поворачиваю налево. Окружайся. Налево, да, едь прямо. Зачем ты вообще эту дорогу выбрал? Да потому что я там всегда езжу. Обманчивая дорога. Какая-то обманчивая. Нехорошая. Оп. Ничего себе. Че тут? Нет, ничего, нырнуть просто вниз надо. А как ты здесь подниматься будешь, мне интересно? На один плюс как-нибудь поднимать. На один плюс? Да. Я посмотрел на это. А, дело в том, что у меня заканчивается солярка. Так-то как бы все бы хорошо. Солярка не заканчивалась. Где? Автомобиль. Уже почти приехал. Вон он. А вон он. Только осторожно. Мистер осторожность. Вашему слову. Тихо. Стой, стой. Ай, Женя. Да я тебя вижу, что ты переживаешь? Да блин. Я тебя вижу. Вообще валяюсь. Не надо. Все. Сейчас за это место и подниму. Ты пока ничего не шевели, да я сам. Давай. Все, тихо. Да все, все. О, благодарю. Давай. А я обязательно должен увидеть это. Да. Как он там будет заезжать. Фу. А, там такой подъемчик, да, большой? Ну, небольшой. Маленький такой. Ну, я знаю. И ты хочешь с один плюс в этот подъем влететь, да? Как-то так. Ну. Ну, с длинным прицепом ты бы здесь никогда не заехал. Ну я же не с длинным.
Сейчас подъеду, секунду. Да секунду, блин. Так. Ну, мы с вами прощаемся. Ненадолго. Спасибо за просмотр. С вами был Карабаш 74, Дмитрий. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи и пока. Пока-пока.